В 2012 году по праздничному сценарию Снегурочка искала Дедушку Мороза. В этот раз Дед Мороз приступил к выполнению своих прямых обязанностей, дарил подарки и поздравлял гостей. Праздничную атмосферу добавляют карнавалом, застольем и стрельбой шампанского. В хрустальном Новом годе 2013 года принимают участие артисты различных жанров, певцы, музыканты из России. Вообще впечатление было для меня тоже немножко опасно, поскольку там кулисы были рядом. А в основном уже все отрепетировано, очень долго много потребовалось времени и труда на этот номер. Настроение отлично, потому что получилось практически все, можно сказать, идеально. Вот. Ну, настроение уже такое новогоднее, веселое. О сегодняшнем празднике впечатления самые наилучшие. Зрители, которые тебя встречают, очень дружно, и для них хочется танцевать, потому что... Чувствуешь их тепло и надеемся, что следующий наш номер пройдет так же, и мы также понравимся зрителям и доставим очень много удовольствия. Совместная творческая работа иркутского телеканала АЭС, монгольского UBS и других телевидений продолжится и в дальнейшем. Участниками будут не только представители двух стран, но и гости из Европы и Азии. И вот сейчас мы с господином Балжавым сидим, обсуждаем и говорим, здорово получается, давай на следующий год сделаем более расширенном варианте, позовем китайцев, японцев. Я говорю, ну, будем сидеть всю ночь. Говорит, зато будет красиво. Это реально интересно. Почему? Потому что одно дело, когда мы делаем сами шоу, другое дело, когда мы объединяем потенциал творческий двух компаний. Этот год стал для нас особенным. Недавно в Корее прошел фестиваль любительских фильмов «Рыбий глаз». Продолжением стала организация новогодней передачи. Наше сотрудничество будет продолжаться и дальше. Особенность хрустального Нового года – это объединение различных культур и творческих замыслов Монголии и России. Зрители смогут увидеть передачу вечером 31 декабря на каналах АЭС Монголия и UBS. Сулангот, Кумбат, АЭС Монголия.